Сначала начну с притчи. Одна молодая особа в ЭГУ, не то студентка, не то молодая преподаватель, пришла в продуктовый магазин, а за прилавкой стоит Бог. Она удивилась, он заметил ее удивление и спрашивает: «Что вы хотите, я исполню ваше желание?» Она не растерялась и спрашивает: «Хочу много богатства, крепкого здоровья и большой любви». Он говорит: «Ну, я исполню твое желание». Ушел в подсобку, выходит с маленькой коробочкой. Она говорит: «Это все?» А он говорит: «Здесь семена». Я хочу пожелать женщинам Воронежского государственного университета, чтобы им попадали семена высокой всхожести. И из них вырастала и страстная крепкая любовь, и устойчивое здоровье, и, конечно, большое богатство.